Привет! Это второй фрагмент 78-й серии «Русская озвучка». Для начала ставьте лайк. Мысли Ферита. Если этот парень обидит Сейран, и я этого не замечу, что я буду делать? Сейран говорит Фериту. Ты же знаешь, Ферит, мы с тобой были не только мужем и женой. Ты был моим самым лучшим другом, и это все еще так. Это никогда не изменится. Звучат слова Гюльгюн Фериту, не получится. Гонясь за какой-либо мечтой, которая не сбудется, не теряй реальность. Сейран говорит Фериту, может я тоже буду здесь рисовать? Видишь, то, что мы рисуем вместе, выходит очень красивым. Дияр говорит Фериту, я не хочу, чтобы ты с ней виделся. Мама спрашивает Синана, или это Сейран, не смогла забыть Ферита? Синан отвечает, я тебе говорю, что только я в ее голове и сердце. Обиден слышит, как Хатуч говорит Суне, я не знала, что он племянник Халиса. Обиден говорит, мою маму и моего отца убил Халис Кархан. Сейран говорит Фериту, тем более, разве наше партнерство не заслуживает розовой лжи? Ферит говорит, ты замужем за другим человеком, а я пытаюсь жениться на другой женщине. Дияр слышит, как Сейран говорит Фериту, не женись, Ферит, пожалуйста, не женись.